Привет, лисяне, гости и жители моего сказочного леса. И начинаю я понедельник, 22 ноября, со своего блокнота и с первой карты, которая у меня вообще ни с чем не ассоциируется. Всего одна ниточка, но я не хочу. Мне нужно доделать водолея. А значит, будет штраф. Штраф 10 ниточек. Я вам хочу показать, что я все эти выходные водолея и вышивала. Да. Тут у меня вышедшие сюжеты написаны. Ну, все как всегда. Знатоки уже понимают, как я веду свой планер. Вот. И... Ну что, водолей, и сейчас я покажу, на каком я этапе. Та-дам! Вот с чего начинаю вышивать водолея. 10 ниточек у меня сегодня очень такой ударный день, ударный труд. Я надеюсь, что все получится. Я тебя очень люблю. Пусть бочка будет лошадью. И я тебя люблю. Пусть лошадка будет бочкой с медом. Отчет за понедельник. Вот сколько удалось отшить. Тут гораздо больше, чем 10 ниточек. Ну вот, кошки топают, бесятся. Почему вы решили драться именно сейчас? Сидели, молчали, и вот-вот. И она, главное, провоцирует. Ладно, пойду разнимать этих котеюшек. А я довольна результатом, мне все очень нравится, кайфую, получаю удовольствие от этой вышивки. Хотя фирма такая, располагающая к получению удовольствия. Я люблю МП-студию, интересно даже посчитать, в конце прошлого года у меня МП-студии было больше всего отшито по количеству наборчиков. И посмотрим, сколько в этом году, но это будет все ближе к итоговым отчетам за год. Маловато, понимаешь? Маловато будет! Крадется. Сегодняшняя карта прекрасна, мне она очень нравится. Я прям вообще тут шеи не хочу. Не хочу шить ничего, кроме водолейчика. 3, 2, 1, старт. А еще у меня есть такая машинка, как тут нарисовано. Блин, класс. И такая лампа сейчас на столе стоит. И даже манекен есть, только такой бежевого цвета. Я вам ее не показывала, у нее там на бедре написано, что она Светлана. Вот. Так что, да, когда я вязала крючком, то вот пришлось купить, чтобы ориентироваться на фигуру женскую. Ну что, вышиваю водолейчика. Вторник, 23 ноября, мой день рождения. Я не знаю, наверное, может быть, отчет придется завтра утром за сегодняшний день записать. Потому что. Отчет за вторник. Это у нас. Это вы помните карту вчерашнюю. А я ее еле-еле припоминаю, потому что у меня уже прошли целые сутки, если не больше. Получается, что вчера не удалось повышивать. Совсем чуть-чуть. Пришлось сегодня добивать. Уже почти без 10 часа. Мне еще нужно вышивать следующую карту. Вот. Я уже не помню, что я вам говорила. Ассоциация была, какая женские штучки. Женское счастье. Вот у меня женское счастье. Выживать водолечиком. Вот. Поэтому... Ну, я продолжаю. На нем же. А сегодняшняя карта сейчас увидим. Вот у нас какая карта. Я совершенно не знаю, что вышивать. Повар, собака, еда. Скидки. Ну, у меня скидки ассоциируются с Озоном и Вайлдберрис. А именно там я покупала этого водолейчика. Это я пытаюсь привязать водолейчика сюда. Ну, понятно, что я буду вышивать его. И у нас здесь 5 ниточек. О, нормально. 5 ниточек. О, какая красота! Сидишь в своей берлоге, ничего не видишь.
Сегодня четверг, я иду с опозданием, но у меня вот отшита как раз среда. Сейчас уже за полдень, и мне нужно вышивать. Говорю я себе, а самой так и хочется что-нибудь еще поделать. Но бывают такие дни, я бы не назвала этого не вышивуном. Просто много дел накопилось. Накопила. Один день, когда выпадает из недели на что-то, то все, вся неделя наперекосяк. Ну, по крайней мере, у меня так. Ну что, не буду я долго разглагольствовать. Показала вам. Я сейчас с темно-синими хочу закончить прям круг, замкнуть. И, ну, заполнять то, что внутри. Уже видно его милое личико, уже волосики. Ну, прекрасно, прекрасно все. Ну, конечно, все мои вот эти вот, опять я зареклась, что я до конца ноября 3 игрушки. Не получится. Дай бог, если я еще стрельца вышью, свою игрушку. Ну, по крайней мере, буду стараться. По крайней мере, я лежала в направлении своей мечты. Вот. Так что движемся дальше. В Новый год и потом, и всегда. Будьте добры. Здравствуй, утро счастливой поры. Будьте добры. Я вас очень прошу. Ну, пожалуйста, будьте добры. Ну вот, как я начинаю вышивать, нет, даже не вышивать, записывать отчеты. У меня вот появляется вот это вот существо, вот это вот существо такое. Ты больно, ты вот не умеешь нормально играть, как котеночек. Ты все время грызешься, не ножись, а насмерть бьется. Ай-ай-ай! Я хочу вам показать отчет за четверг. И сейчас я буду вышивать опять его. Там супермен, супергеройство, что-то такое супер. Для меня сейчас супер на первом месте. Супер это лучшее, это вот эта вышивка. Должна я ее, я не знаю, суббота у меня выпадает полностью. И вечер пятницы сегодняшний, поэтому... Ну что такое, привалился. Поэтому мне нужно сейчас как можно больше вышить, чтобы... Ай-ай-ай! Чтобы закончить, я хочу за выходные закончить. За один выходной, за воскресенье. Попробую, по крайней мере. Да, малыш? Лучше спросите, как я живу. Как поживаешь, уважаемая пугало? Пугало. И не спрашивайте, я так напугана. Кот захватил власть в свои лапы. Отчет по 55-й карте. Вот на таком этапе, естественно, я хотела вам снять без бэка, просто крестики, но забыла. Мне так нравится белый бэк. Я просто фанат белого бэкстича, что мне прям вот не терпелось. Я на автомате начала вышивать, и вот уже сколько здесь весь белый бэк вышит. А здесь еще, наверное, половина, если даже не меньше. Очень трудно. По кругу вышивать бэк, постоянно сверяешься, постоянно высчитываешь, постоянно, ну, я уже 2 раза ошиблась, распорола, но все-таки увлекательно, не скучно, скажем так. Еще будет 2 цвета бэка, черный и еще какой-то, не помню какой. Ой, беленький, беленький, я стал беленький! Но не важно, важно, что в следующий раз мы уже встретим эту игрушку в отчетном видео, а я в Imaginarium'е, ну, закрываю еще одну главу с этой игрушкой, что все, я ее вышила для Imaginarium'а. Вот. То есть завтра я снимаю это видео в воскресенье, да, припозднилась. Завтра я буду уже новый процесс, ну, или старый, или новый, не знаю, я еще пока не знаю. Завтра посмотрим на карту. И будем вышивать. Эй, Мишутка! Косолапый! Собирайся Новый год встречать! Вот такое у меня получилось короткое видео, но, наверное, ёмкое, надеюсь. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! С вами была Леся из сказочного леса. Всем пока! Хочешь, как хочешь, а маловато!